Дерматологія пропонує комплекс заходів, спрямованих на догляд за вашою шкірою, але ними користуються переважно жінки. А що ж чоловіки, куди їм звертатися та що робити, коли проблеми зі шкірою вже дістали? Сьогодні ми дізнаємося від Наталії Антонової, косметологині, як же впоратись чоловікам, коли є проблеми і взагалі як доглядати за собою. Бо чоловіки, вони переважно обділені чомусь. І в світі існує думка, що чоловікам менше потрібно догляду за собою і за своїм обличчям. Чому саме? І чому наші жінки все собі використовують, а чоловіки ні. Рада вас бачити. Добрий день, Наталя. Навзаєм. Я теж дуже рада вас бачити. Спасибо, що пригласили. Що хочеться сказати? Ми перші, ми в Україні перші. Ми створили спеціальне пространство для мужчин. Там, де вони не будуть стеснятися задавати питання, там, де вони не зустрітяться з жінками, там, де вони не будуть слухати ці розмови сквозь фен і так далі. Да? Тому що, во-первых, у нас чисто стерильно, у нас нет никаких парикмахеров, да? Тому що для барбершопів віддільне заведення, у нас немножко другое заведение. И к нам могут обращаться все мужчины любых возрастов, начиная от подросткового возраста, да, и, в принципе, и возрастные мужчины, которые никогда ничего себе не делали, и вот, наконец, хотят что-то изменить. Наталочка, а скажите, а им так треба це? Чи им, ну, взагалі, что они думают? Яка у них позиция? Идет такая тенденция в мире, да, что уже как бы уход за собой, это как вот в душ сходить. Норма. Да, это как в душ сходить. То есть мы моем голову, мы тело, мы входим в душ, мы обувь приводим в порядок, да? Вот. И в любом случае, если мы натираем кремом, вот, если мы натираем кремом свои ботинки, да, перед тем, как выходить на улицу, то почему мы не можем использовать свой, ну, какой-то крем для нашего лица? Звичайно. Але жінки звикли, а чоловіки ні. Да, для женщин очень важно, чтобы крем ощущался на коже. Для женщины очень важно, чтобы вот эта вот текстура была мягкой и так далее. Ведь на самом деле кожа немного отличается мужской от женской. Соответственно, у них другие немного проблемы. Расширенные поры, черные точки, красные следы от бритья, раздражение, высыпание, морщины. У них есть такие особенности в плане того, что они хотят их тоже решить, эти проблемы они хотят тоже решать. Хочут, але мовчать. Да, у них есть такой момент, когда они приходят и говорят, вот вы мне скажите, что мне нужно. Откуда же я знаю, что вам нужно? Сначала мы разбираем, какая проблема, почему она возникла на самом деле, что не нравится в лице, да, это либо какие-то возрастные изменения, восполнить какие-то объемы, дефициты, угол нижней челюсти, либо это, например, повышенное потоотделение, расширенные поры. То есть мы сначала... А синяки під очима, це взагалі, мабуть, у чоловіків більше навіть проблема, ніж у жінок, тому що такий спосіб життя, коли вони можуть палити, там, чи зайвий раз випити алкоголь, чи можуть не доспати. Ну, тобто, насправді, дуже серйозна зараз ситуація, пов'язана з такими стресами, з тим, що чоловікові потрібно все встигнути, все зробити. На ньому багато чого тримається. А як же тоді бути? І чи можна позбутися тих синців під очима? Яким чином саме? Чи потрібно звертатись до косметолога? Чи, можливо, там інша може бути проблема? Ось якраз тут, мабуть, чоловіки повинні задуматись, замислитись і вирішити цю проблему врешті-решт. Ну, идеально, конечно, будет убрать как бы возникновение этой проблемы, да, факторы, которые на это повлияли. Но также в косметологии существуют такие методы, которые за 15 минут могут, в принципе, вас избавить как минимум на полгода от этой проблемы. 15 хвилин, и вы без синців, что правда? Ну, да. А это и чоловікам, и жінкам можно. Объясню, почему. Да, дело в том, что женщина об этом уже давным-давно знает. Ну, мужчин приходится как бы оповещать в плане того, что да, есть способы в косметологии. Не все жінки знают, Наташа. Вот, я к тому, что мужчины, настоящий человек, ну, настоящий мужчина, который бизнесмен, который, у него важные встречи, в любом случае они понимают прекрасно, что внешний вид играет колоссальную роль при знакомстве, при важной встрече, при деловых переговорах. Обязательно, в любом случае, как бы мы там ни старались там, развивать другие навыки коммуникации, все равно сначала все равно оценивают по одежке и по внешнему виду кожи. Mm-hmm. Соответственно, если вы не высыпаетесь, если вы курите, например, или часто бываете в таких помещениях, где курят, если вы ведете ночной какой-то образ жизни, ну, мало ли, в переговоры затянулись до 4 утра, например. Да, бывает у нас... все еще завод. В нашем жизни. Да, мы понимаем таких мужчин, мы специально для них
открыли такое пространство наше, для того, чтобы быстро и эффективно как бы решать эту проблему. Ще хочеться знати, дізнатись більш широко. Наприклад, якщо чоловік розуміє, що дуже швидко можна впоратись з такою проблемою, то що саме йому треба зробити? Чи є такі методи, які допоможуть швидко прибрати ось ті самі синці, якщо ми вже почали про них говорити, і що йому для цього треба зробити? Можливо, вони бояться, що там будуть щось, не знаю, робити, а я потім два дні ще буду, не зможу нікуди вийти. Наприклад, я не знаю, але ось зараз ми можемо дізнатися, і може це комусь допоможе, чоловікам. На самом деле способів много, да? Процедура «Важная встреча» – це така процедура, яка може діятися як до встречи, так і після. Як до, я маю в виду, в один день з важной встречи, так и есть глубокое, например, увлажнение, которое делается, там, может быть, и за неделю до важной встречи, да, или, например, перед перелетом, или после полета. То есть процедуры очень разные. Процедуры есть, которые нарушают целостность кожи, есть, которые не нарушают целостность кожи. Соответственно, способов тоже восстановления много. Домашних способов, к сожалению, я лично, например, не знаю. Ну, разве что, может быть, там, протереть льдом немного, там, да, эту область, там, раздренировать, сделать себе какой-то массаж. Но вот я хочу просто, почему именно пространство специально для мужчин. Потому что если девушка утром проснулась, она 2 часа будет собираться, восстанавливать себя, красить, приводить в порядок и так далее. Мы научились обращаться к специалистам, к визажистам, да, к парикмахерам, к мастерам маникюра. Девочки научились ходить к косметологам, ходить стабильно. И мужчина, он не будет дома делать себе массажик какими-то там нефритовыми роликами, патчи накладывать или еще что-то такое. Мы об этом поэтому заботимся. Доверьте своих мужчин именно нам, потому что, во-первых, им очень нравится, когда о них заботятся. Ну, это первое. То есть, когда он попадает к нам в пространство, он понимает, что здесь экологично, ему окажут нужные услуги, которые не вредят здоровью и которые ему помогут. То есть, выйдет он с приподнятым носом. Ну, це тоді вже, коли і треба, щоб ніхто ж не дізнався. Тому що поки що цей стереотип існує. Чоловік, який потрапив до косметолога, ну, так, скажімо, в суспільстві не дуже може іншими чоловіками сприйматись добре. Можливо, йому це треба, але хто скаже, що це тобі потрібно, так? Якщо ти здоровий, в тебе все нормально, а ти пішов до косметолога, ну, може, з тобою щось не так. Ну, це я так зараз розвиваю ту думку, яка існує в суспільстві. Чи ви з цим погоджуєтесь? Чи бачили ви, ну, саме такий підхід? Ні. Нет, я, слава богу, не встречала. Это ничего не имеет общего с нарциссизмом, да? Это ничего не имеет общего с тем, что раз это мужчина, значит, побрился, умылся, и то, что из шкафа выпало, одел и пошел. Но давайте согласимся с тем, что успешные мужчины, так. Вот успешные мужчины, так. Мы сейчас не говорим обо всех мужчинах. Успешный мужчина, он все равно, он будет бриться. А як же? Конечно. Ну, отрастут у него вот тут вот, да, краевая волос, отрастет, он пойдет к барберу. Же, так. Звичайно, пойдет. Звичайно. Отрастет борода. Научились ухаживать за бородой, в конце концов, расчесывать ее, мыть специальной шампунью, да? Так. Но почему же тогда не делать то же самое для кожи? Просто мы говорим о том, что если даже в домашнем уходе, это всего лишь пусть будет 2 средства необходимых, грамотно умыться, да? Так. И нанести что-то, что снимает покраснение, например, или увлажняет кожу, для того, чтобы предотвратить раннее старение. Угу. А это уже добре. 2 засоби, это не 10, не так, как у жінок. Абсолютно не надо 150 банок. Так. Мало того, есть специальные средства для умывания, которыми можно еще и бороду, ну, вот как шампунь они воздействуют. Мало того, могут таки, в такую пенку превращаться, которой можно легко побриться. И у вас не будет покраснений. Вони, можливо, не знали. Что самое интересное, возможно, не знали. И вот сейчас я скажу такое, очень-очень много мужчин, я сталкиваюсь просто с этим ежедневно. Те, кто бреют вот особенно, да, лицо, ежедневно пользуются бальзамами после бритья. Угу. Казалось бы, да, элементарная вещь. У всех есть бальзам после бритья. Но никто не задумывается о том, что в нем содержится спирт. Ну, чаще так, всего. Так. Они пересушивают эту кожу, так. Она потом краснеет, она потом еще чрезмерное количество салоотделения выпускает. То есть это настолько, ну, будем говорить так, глупо немного. А индустрия просто на цьому заробила дуже невелик, дуже багато, так? Багато коштів, і ось та реклама, яку ми всі чуємо, яка доступна кожному, звичайно, гарні чоловіки, звичайно, вони нібито доглядають за собою, і ніхто не замислюється, що склад може бути іншим, і не всім підходить саме той бальзам, який є в рекламі.
Так, жінки вже дійшли до цього. І дійшли чому? Тому що вони багато років вивчали це питання, вони консультувалися, вони дивилися, що може бути, як, що саме їм підходить. І є багато інформації. Для чоловіків цієї інформації менше. І чомусь в Україні ось так склалося, що саме чоловіча косметологія, вона не була розвиненою. Зараз добре, що вже ми переходимо на інший етап, і ми можемо дати поради чоловікам. А все ж, якщо ми порівняємо українських чоловіків з чоловіками, ну не знаю, там інших країн, ну там не знаю, італійці чи там може з арабських країн, може, ми подивимось, дізнаємось і побачимо, що все ж багато чоловіків приділяли увагу своєму обличчю, і вони вже давно працюють з цим. У них є і масла, у них є багато чого, так? Ви бачили, чули про те, що... К нам приходять иностранцы, что все это на самом деле, вот что самое интересное, да, что не имеет абсолютно вот национальность, абсолютно никаких как бы особо различий. Ага, потому, они так само? Они, во-первых, в Европе и в Америке это немножко раньше началось. То есть, например, смотрите, есть проблема гипергидроза, это повышенное потоотделение, и чаще всего оно происходит у мужчин. Абсолютно здесь ничего такого нет. Вы приходите к доктору-косметологу, он вам делает процедуру, это занимает буквально 15-20 минут, и вы хотя бы полгода не потеете. Это важно на встречах, вообще в повседневной жизни. Звичайно, особенно, если тепло. А люди боятся слова «ботокс», и наши мужчины падают в обморок при этом слове. А что здесь такого? Ботокс используют уже, я не знаю, сколько лет, а это общепринятые международные стандарты. Ну, как бы это не то, что мы там придумали это вот только вчера. Его используют миллионы мужчин по всему миру. Неужели это так вот немножко не доходит до нашей Украины? А вы трошки расскажите більш детально про те, що ж потрібно ввести в шкіру, щоб чоловік менше потів. Ну, давайте так, это пусть рассказывает доктор-косметолог, да, уже просто вже... Я просто хочу сказать о том, что настолько это быстрая процедура, это не требует много затрат, но тем не менее это потом помогает в жизни, ну, как бы спасает от неловких ситуаций, будем говорить так. Но это не шкідливо для него? Ну, это абсолютно не шкідливо, потому что это вводится все равно в зону, которая нам как бы не дает покоя, которая потеет. Это не вводится весь организм. Он, на самом деле, ну, интоксикация ботоксом, ну, это как 50 грамм виски, грубо говоря. Ну, то есть страшного на самом деле ничего нет. Просто не было столько информации. И чоловіки, можливо, почувши таке слово, яке використовують жінки для того, щоб бути молодшими, чи там для інших, потреб, так, вони починають замислюватись, і, звичайно, їх це лякає. Вони недостатньо проінформовані, можливо. Да, они не совсем информированы. Сейчас еще идет такая тенденция к тому, что их информируют их девушки. Мне очень приятно, что о нас узнают девушки, да, мамочки, женщины, в общем-то, прекрасная половина человечества, и потихонечку доносят, дарят сертификаты. Да. Тогда, как бы... только так можно чоловіків притягти, як то кажуть, до косметолога. То есть, ну, либо, как бы, смотри, какие там уже контакты, насколько близкие, там, либо подарить сертификат, как бы, либо просто намекнуть, сказать, что пора, там, как бы, уже черные точки на носу, надо их почистить. По-разному, но еще, наверное, может быть, даже так, что девочки уже привыкли ходить постоянно, у них есть там спать дни, например, раз в неделю, там, то у мужчин нет. И даже вот такой элементарный, когда девочка идет в спа, или девушка идет в спа, например, или к своему косметологу, одновременно они к косметологу пойти не могут. Все равно они будут по очереди, да? Вот, соответственно, вот так вот можно, допустим, в женское пространство идет девушка, да, парень идет к нам. Вот, провели так, как бы, там, час. Опять же, процедуру косметологов мы до автоматизма довели для того, чтобы это было быстро, качественно, с пользой для здоровья, чтобы мужчины не думали, что они туда придут на полдня и на полдня растянут. А на сколько максимально? Ну, максимально это час. Максимально это час, мы справляемся за час, мы делаем и чистку лица, и глубокую ревизию кожи мы делаем за час. То есть все процедуры стараемся уловить за час, потому что, ну, не готовы мужчины больше, чем час находиться вообще как бы в лежачем положении. Надо все время что-то делать, действовать, да, и так далее. Мы в любом случае сформировали так процедуру, чтобы они одновременно длились. То есть если это лицо или ноги, уход за ногами, уход, там, не знаю, за телом, это можно все одновременно как бы делать. Ну, для того, чтобы просто экономить их время,
тому що время – це деньги, так. А деньги для них важні. Звичайно, так може тоді і жінки перейдуть на інший рівень і будуть теж економити свій час, чи жінкам треба більше часу? Я не знаю, я би хотіла, чесно говоря, немножко менше времени тратити на уход за собою. Вот. Просто когда я это делаю сама, это одно, когда я иду куда-то, это гораздо дольше по времени. Ну, мені здається, що косметолог і сам може так все зробити собі, що потрібно, це ж якщо професія да. така все дозволяє. На себе. Ми все пробуємо на себе, а потім знаємо, який результат, і потім вже предлагаємо людям. Ну, я не знаю, як всі, але, по крайній мірі, я дуже часто так працюю. Да. Так, ну, чоловіки вже, я так думаю, що розуміють, в чому справа, вони серйозно налаштовані на здоров'я, на іншу якість, на якісне сприйняття цього життя, бо воно вже вимагає нормального вигляду. Добре, якщо від природи у вас все є, але це ж треба підтримувати, так? І якщо в 40 років чоловік виглядає на 60, то, мабуть, це не дуже добре. І треба замислитись і подумати, що ну, сивина, вона, звичайно, прикрашає чоловіка, і зморшки – це не так-то погано. Але якщо можна трошки оцей час подовжити, то чому б ні? Так? І я думаю, що кожен чоловік, якому щось не вистачає, в якого є проблеми, невеличкі поки що, він повинен розуміти, що все можна зробити. І зараз поки що невеликими, можливо, і там, такими вкладами профілактика, так, да, в себе. Профілактика, вона гораздо дешевле, ніж потім восстановлення. Тобто, коли вже мужчині за 60, да, для того, щоб восполнити об'єм утраченої ткані, для того, щоб восполнити глибокі вот эти заломи, глибокі морщини там, на лице і тілі, в будь-якому випадку це потрібно більше средств, більше часу, це складніше. Угу. Гораздо проще зробити профілактику. Да. Звичайно. Наталечко, ну наостанок, дуже хочеться почути від вас ті заповітні речі, які треба сказати чоловікам, щоб вони розуміли, не все в цьому житті зупиняється і залишається лише так, як їм зараз, на сьогоднішній день, здається. Тобто, можна інакше. Будь ласка. Я би хотіла, щоб нам прийшло гораздо більше мужчин, ніж зараз, так як все-таки хочеться сказати, щоб вони не стеснялись. Не стеснялись, в першу чергу. Нас работают качественные, грамотные специалисты, которые работают уже не один год в этой сфере. Это первое. А второе, то, что все-таки пространство специально для мужчин. Им будет там комфортно, им будет там легко. Мы позаботимся нехай о их здоровье. Так, нехай думают. Ну, и, можливо, вони вдома теж будуть більше за собою доглядати, так? Все ж ми думаємо про чоловіків. Ми хочемо, щоб вони були гарними, успішними, так? І щоб ті проблеми, які їх турбують, ну, я не знаю, не лише роздратованість може бути, так, яка їх може турбувати, а ще й роздратованість від того, що щось десь там дискомфортно на обличчі. Так? Тобто це все ті нюанси, які складаються, які переплітаються у нашому житті, і дуже добре, коли вони вирішуються вчасно. Тож дуже дякую вам, пані Наталю, що розумієте, що потрібно чоловікам. Дуже сподіваємось, що все буде добре, і чоловіки таки зрозуміють, що їм це потрібно. Ось, а ми будемо чекати вас ще у нашій студії і зустрінемось з вами за декілька хвилин. Música.